Британские ученые доказали, что сладкое с утра не бодрит, а наоборот понижает ваш тонус. Я же уверена, смотрите «Саратов 24» и вы сохраните хорошее настроение в течение всего дня. Это рубрика «Утренний бутерброд» и я его ведущая Анна Антонова. Сегодня мы в гостях у Никиты Буки. Здравствуй, Никита. Привет. А что мы будем сегодня готовить? Ну, сегодня мы будем готовить творог с кусочками банана, с натертым яблоком и польем это все сиропом шоколадным. Это твой обычный завтрак? У меня обычный завтрак проходит в ледовом дворце спорта «Кристалл», потому что нас кормят там, так как я хоккеист. Постоянно игры, тренировки, сборы, поэтому очень редко я кушаю дома. Мы должны открыть творог, потом натереть яблочко куда-нибудь аккуратненько. Я пока порежу банан. Отлично, я открою творог, ладно. Сколько ты уже занимаешься хоккеем? Хоккеем я занимаюсь всю жизнь, с 3 лет. Сейчас мне 21, получается, я занимаюсь им 17. Сколько лет? Короче, много лет я занимаюсь им одно, могу сказать. А как получилось так, что ты пошел на хоккей? Ну, когда мне было 3 года, меня папа отвел в «Кристалл», говорит, на, Никит, коньки, катайся. Мне сначала что-то не очень понравилось кататься просто так, потому что команды моего возраста не было, и я занимался с ребятами на 3-4 года старше. Вот. Угу. Поэтому мне было как-то некомфортно чуть-чуть. Вот. Но потом... Давай, не сорвать, ну, давай. Угу. Вот. Но потом я привык, мне очень понравилось, и с того дня я не расставался с хоккеем. Когда мне было 17 или 16 лет, я переехал играть в Пензу. И я переехал туда один, естественно, без мамы, без папы, без всего. Но привык, что мне каждое утро в школу готовила завтрак мама. Я переехал туда, думаю, блин, надо готовить самому все, как, что, как-то непривычно. Ну и начал экспериментировать, смотреть телевизор и какие-то быстрые завтраки готовились. Так, как мы его трем? Мелко разницы. Или нет? Ну да, давай чуть мельче. Так, давай ты этим займешься. Что это я к тебе пришла? Вот, готовь мне завтрак. Да. Хорошо. Хорошо, я пока потру я яблоко. Я выложу творог, наверное, да? Ну просто его выкладываю. Да, правильно? Просто можешь выложить. Не нужно ничего. Расскажи, как обычно проходит твое утро? Ну, конечно, каждое утро я просыпаюсь в отличном настроении. Понимаю, что скоро у меня через пару часов уже начнется тренировка. Я каждое утро выпиваю стакан воды сначала, а потом начинаю делать зарядку. Делаю зарядку, как я думаю, все спортсмены. Они не могут обойтись без этой утренней разминки, так сказать. Потому что в здоровом теле здоровый дух, как говорится. Поэтому надо заниматься спортом. Подожди, я не услышала контакт в социальные сети. Ну, бывает, да, залезу, посмотрю там, какие девочки что ночью выставили в Инстаграм, полайкаю всех. А в чем секрет хорошего утра? Хорошего утра? Пораньше лечь спать, наверное. Отлично, значит, нам нужно просто пораньше лечь спать, чтобы у нас было хорошее утро. Да, мы кладем бананчики. Сначала бананчики? Давай ты клади. Да. Опа. Просто радость сластен, мне кажется. Это и полезно, и вкусно. С каким-нибудь вкусным, а это обезжиренный, потому что я худею сейчас. Вот, поэтому творог у меня тоже обезжиренный, и он не совсем сладкий. Ну, нет, он вкусный, но просто он не совсем сладкий. Что ж, у нас получился отличный быстрый завтрак, действительно быстрый, он подходит для спортсменов, потому что нам его рекомендовал спортсмен Никита. Он подходит для того, чтобы порадовать кого-нибудь неожиданно, потому что он сладкий, вкусный и полезный. Итак, сегодня я, Анна Антонова, была в гостях у Никиты Буки, но уже завтра могу оказаться на вашей кухне. Просто пишите свои рецепты нам на e-mail, и я приеду к вам и снимем с вами рубрику. Пока! Для приготовления творога с фруктами вам понадобится творог нежирный 200 грамм, банан, яблоко, шоколадный сироп. Творог выложить на тарелку, украсить нарезанным бананом. Яблоко мелко натереть и выложить на творог. Можно полить шоколадным сиропом. Приятного аппетита!